Мама будет рада нас видеть. Да, пойдем к мамочке. Привет. Стоп, что? Дорогая, ты в порядке? Но, милая, прошу, очнись. Ты нам нужна. Что происходит? А? Нет, мамочка, проснись, пожалуйста. Не бойся, сынок. С ней все будет хорошо. Она ведь твоя мама. Когда мы оба были людьми, она научила меня всему, что знала. Мы были лучшей командой. Хотя я и был растяпой, она была терпелива со мной. В какой-то момент я начал понимать, что люблю ее. И вот однажды мы решили быть вместе. Я сделал ей предложение. Прошло время, и мы уже ждали твоего появления на свет. Но, конечно же, счастье длилось недолго. На пути нашей любви встало зло. Я пришел спасти твою маму, но было слишком поздно. Злой ученый поймал и меня. Против воли он проводил над нами жуткие эксперименты. Когда мы очнулись, то поняли, что он превратил нас в ужасных монстров. Дорогая, наконец-то мы можем снова быть семьей. Как мило. Я люблю тебя, папочка. Ага, я нашел тебя, импостер. Постойте, это не так. Я просто играл со своим сыном. Тогда кто убил Красного? О нет, Красный мой любимый цвет. Я этого не делал. Я впервые вижу тело. Надеюсь, ты готов, импостер. Давай батлить. О боже, судя по всему, только так я могу доказать свою невинность.
Видимо, он все-таки не был импостером. О нет, желтый тоже мой любимый цвет. Неудобно как-то. А? Эй, малыш, а? Нам очень жаль. Хочешь пойти с нами? Вау! Как же больно! Смотри, там столько монстров! Добро пожаловать в садик Бан-Бана! А кто ты такой, черт возьми? А я тот, кто уделает тебя в рэп-баттле! Ауч! Оу! Вылезайте оттуда! Не пускай его сюда! Он слишком силен! Thank you.
Ты спас нас. Хочешь чипсы? Нет, спасибо. Я теперь на диете. Упс. Ты такой смешной. Вот отстой. Теперь я тоже хочу чипсы. Монстры Бан-Бана просто калька с радужных друзей. Зато мы гораздо красивее и актуальнее. Возьми свои слова назад. Воу-воу-воу, стоп! Решим, кто круче с помощью батла. Чего? Ей! Дай сюда. Что за... Вы готовы? Еще как. Погнали. Что вы поладите? Ты согласна, ГФ? Что? Что это было?
Ого! Да ты настоящее зло! А? Спасибо! Ты тоже довольно злобный. Что за... Пойдем, я покажу тебе свою лабораторию, обсудим планы. Звучит весело. Он так быстро летает. Это что, зеленый? Ты как-то изменился. Стал больше кушать? Что? Что происходит? Ты меня звал? Стоп, если ты здесь, тогда... Привет, ребятки! Привет, зеленый! Как ты так накачался? Да, расскажи! Оу, хотите стать сильными, как я? Да! Вам просто нужно есть больше овощей! О, давайте! Ну, не знаю. Ну, давай попробуем! Есть зелень очень полезно! Меня опять кто-то звал!
просто хотели с вами подружиться. Эй, почему бы вам сначала не подружиться друг с другом? Держите, вот так и вот так. Мы можем не ругаться, а играть все вместе. Что думаете? Да! Точно! Да, давайте дружить! Друзья навеки! Пора с этим кончать. Что? Кто там? Вылезай, будем батлить. Беги, Вокси, беги! Ну, Хаги, я... Хорошо, дружище. Куда мне теперь идти? Мне страшно. Зачем они пришли? А? Что это? Эй, ребята! Да ладно вам! Мы не должны драться, мы друзья! А? Нет, нет! Давай я помогу! Что? А, хорошо, спасибо! Без проблем! Слушай, нам так жаль! Нам так жаль! Все в порядке, иди сюда! А? Спасибо, приятель! Все хорошо, что хорошо кончается! Мы где-то... А? Бойфренд! Сюда кто-то идет! Это фиолетовый! Thank you.
вам! О, не меня нужно благодарить, все в норме! Ты спас меня! О, Гафе, серьезно? О, посмотри на это, Girlfriend! Тут как будто произошла убийственная вечеринка! А смерть — это их нормальное состояние? Мы в Among Us. Обычно тут бывают импостеры. Добро пожаловать! О нет, это импостеры! Над чем смеетесь? Мы не импостеры. Мы певцы. И мы это докажем. Мы в игре! Со мной! Нужно их предупредить! Girlfriend! Сейчас я тебе помогу! Бойфренд, смотри! Вам конец, ребята! Изи! О, нет! Просто отстой! Постой-ка! А что, если это подстроила розовая, чтобы быть вне подозрений? Ауч!